Богата на таланты кубанская земля. В нашем районе немало людей, которые не только являются поклонниками великой русской литературы, но и сами пишут стихи и прозу, стараясь поделиться своими мыслями и чувствами с земляками. В краевом литературном объединении «Патриот» собрались литературно одаренные, любящие нашу родину и неравнодушные к ее славной истории люди. Они приняли участие в тематическом часе «Их славы не померкнет свет» в городской библиотеке, который был приурочен ко дню разгрома нашей армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Посмотрим небольшую хронологию Сталинградской битвы, поговорим о героях Сталинградской битвы, сделаем обзор литературы художественной, которая имеется в фондах нашей библиотеки. Ну и, конечно, так как у нас собираются люди очень творческие, люди неравнодушные, поэтому сегодня они будут читать свои стихи о Великой Отечественной войне. Мужество и героизм советских воинов, которые победили сильного и опытного неприятеля, покорившего многие европейские страны, до сих пор вызывают восхищение и преклонение. Надо ли говорить, что этому историческому событию посвящено много стихов, повестей и романов? В этих произведениях, написанных современниками, а зачастую фронтовиками и очевидцами невиданного сражения, были запечатлены живые подробности тех дней. Это до сих пор для нас дорого и ценно. Сегодняшние славянские литераторы из объединения «Патриот» просто по своему возрасту не были участниками Великой Отечественной войны, но эта святая тема для них чрезвычайно важна. Поэтому они пишут стихи и прозу о сороковых пороховых, стараясь отыскать свои краски и интонации, и делятся написанным с единомышленниками. У нас был одним из организаторов литературного объединения, это Владимир Николаевич Костин. У нас было 4 человека, которые собирались первый раз. И ветераны, они остались у нас в памяти. Да, Владимир Николаевич ушел из жизни, но мы, в общем-то, много слышали от него о военных событиях. И, в общем-то, мы воспитывались на подвигах Великой Отечественной войны. И, естественно, это для нас очень дорого. Гордимся своей родиной и пишем о том, что чувствуем. А чувствуем мы боль, ту боль, которую пережили наши отцы, деды, скорее деды, наверное. Вот. И, естественно, через боль ощущение вот этой трагедии, которая была в нашей стране. И, в общем-то, страна-победитель, мы должны это помнить. Это мероприятие стало хорошим вкладом славянских библиотекарей и литераторов в проходящий сейчас месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».